Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Тексас, с вами снова SLTV, и это вторая карта, в рамках Best of 2 формата между Anima Onyx и Feel Zit Rage. Ну и в принципе, для тех, кто не в курсе, это семи-серия у нас 14 сезона, Main лига, ну и это группа B. Ну и напоминаю, прошлую игру у нас выиграли Feel Zit Rage. Да, в общем, наверное, на этом все. Давайте все-таки посмотрим стадию пикабанов, потому что прошлый мы пропустили, вернее, прошлую мы пропустили. У нас Earth Spirit, OD, Урса, Race King, Zeus, Death Prophet, Винга и Лондруид отлетели в баны. Ну и Invoker, Enchantress и Spirit Breaker у Anima Onyx, Beastmaster, Oracle, Sven и Пак у Физер. Ну и в принципе, что можно сказать по пику? Бист Вен, это понятное дело Куры, Хардлейнер и Керри. Понятное дело, кто Керри, кто Хардлейнер. Оракл Суппорт, Пак Мидер. Ну и остался Суппорт. Хотя могут быть такие вариации, что Бистмастер с Ораклом будут Суппортами. И доберут сейчас еще Хардлейнера, но это уже было бы слишком странно. Все-таки Бистмастер на роли Хардлейнера сейчас очень жесткий. По моим последним обзорам, которые я делал, и по Европе сейчас делаю, там Бестмастер винрейты вообще бешеные показывает, там от 60 до 70%, хотя в Китае катали на нем плохо. В Китае там подлили винрейт, там был 28%, при том, что в Америке 100, в Европе там под 90, ну там 85, наверное, было примерно, ну или под 80, точно не скажу, а в Азии вообще 100%, нет, это в Америке 100% было, два пика. Ну, в принципе, в Азии там тоже брали его нормально, и винрейт там под 70% должен быть. Так что, силен, Джеки Рос залетает в пик для Оныков. Решили пушить, Сларк в бан, ну да, краски остался Керри, но, как правило, когда берут Джекиро, идут в харду. И если пойдут в харду, то можно Вайпера взять. Да, вот Вайпер был бы норм. Краски против Свена. Против Мирищика он очень силен. Еще и Бестмастер есть сверху. И краски в харде. Пойти задавить все, спушить и выиграть игру там минут за 20. Why not? Отличный план. Ну и Леончик отлетает у нас в бан. Бэтрайдер залетает на ласт пик. Что-то не так. Подождите, почему-то все-таки Бестмастер суппорт, а Бэтрайдер в харду? Или Бэтрайдер мид, пак в харду, а Свен... Ну, Свен по-любому керри, это понятно. А вот остальные позиции не ясны. Здесь ни черта. Ну ладно, посмотрим, как у нас решат физитрейджи расставить свои линии. Ну и последний пик для Оныков. Ну, думаю, что они пойдут в харду, и, в принципе, там Enchantress, она может там и на своем спауне возле Secret Shop подфармить, и в леса зайти, то есть триплы в харду идти можно спокойно. В принципе, Джеки Рос в этом тоже весьма будет полезен, но решили брать Спектрум. Ну да, все-таки было, знаете, не совсем так вот прям стандартная харда, трипла в харду, но решили все-таки на верочку исполнить. Ну, хотя кто его знает, как оно будет на верочку. Ну и что, в принципе, у нас начинается игра с паузы, как обычно. Смотрим, кто на ком играет. У нас Ультрас на Бэтрайдере, Мадока у нас на паке, так что Бэтрайдер в харду, пак мид. Мусмун, Бестмастер, и это суппорт. Димка Тинкер на Свене, и это Керри, это уже было понятно. Ну и XS на Оракле, снова на Оракле. Ну и, в принципе, это суппорт, даже, скорее всего, фулл суппорт, если быть точнее. Ну и на Жекиросе у нас спасибо катает. В принципе, это Оскар должен быть. Имперчик у нас на Спирит Брейкере. Джуниор на Инвокере. Террорист у нас будет в харде на Enchantress. И Джоджо на Спектре, который, увы, дропнулся из игры. Да, вот это, конечно, была ошибочка. Решил я открыть окно и думал, почему его раньше не открывать, почему мне так жарко. Собаки гавкают. И, кстати, вот интересно, залетает ли это на трансляцию. Ну, кстати, напишите. Потому что я прочекать часто-то не могу. Если краски микрыч это ловит. Хотя бы я не должен. Там вот чувствительность все-таки большая на нем стоит. Вернее, стандартная чувствительность довольно-таки большая, но все равно.
Прям так жестко ловить. Ну, в общем, напишите. Почекал, ну, по шкале микрофона, как он работает. По идее, нет, но... Нет, все-таки я закрою окно. Сейчас, секунду. Так, пускай так будет. Лучше будет жарко, чем вот эти вот всякие сторонние звуки. Все-таки не мешают, это непрофессионально. Так, ну что, в принципе, закупы давайте посмотрим. Если там что-то такое вот прям интересненькое. Да, нет, ничего интересного. Джужо решил у нас фармить по полной. Даже купился топорик. Максимум крипов будет убивать. Ну и в принципе все. Варды, варды. Поставили вот такой вот вард от Ультраса. Вард стандартный, весьма неплохой. Хотя, в принципе, блочить спаун особо-то и не нужно было. Хотя нет, он не заблочил, после краски на самом кончике. Все-таки альт юзает. Ну и вот такой вот вард поставили. У нас анима, в принципе. Раньше он был, ну, более-менее стандартный, когда у нас там была другая речка, как раз-таки ставился на самом там кончике и там видел руну. Ну, и, в принципе, сейчас он руну тоже-то видит, но, в принципе, пускай будет, почему бы нет. Вроде бы неплохо. Ну, как раз-таки там стаки какие-то попалить, которые будут делать для бэтрайдера. В общем, норм. Ну, и такой вот вард стоит у нас еще. Вот. Он и кого миду для защиты своего инвокера. Ну, и бэтрайдер полетел ставить вард. Вард поставил, но все это было очень быстро спалено. Ну, в итоге выход по джуниору, накидывал пока что напалмом, решили вот так вот бэтрайдера суппорта заюзать. А Мусмун разве не был суппортом в прошлой игре? По-моему, он был суппортом. Или я ошибся? Ну, в общем, это все-таки бэтрайдер суппорт и такой дабл мид в виде бэтрайдера и пака. Весьма необычно, если честно. Даже слишком необычно, как по мне. Ну да ладно, посмотрим, что из этого получится. Ну и что у нас там? Энчантрас в харде. Краски Энча в харде это жестко. И не раз нам это демонстрировали. Краски в этом крипов вроде бы неплохо. Ну вот, в принципе, да, он сейчас пока фармит пул. Ну, дальше, понятное дело, лучше фармить на линии, чем в лесу. А вот убивать, в принципе, будет тяжеловато. Да, сейчас второй левел взял. И, в принципе, наверное, антач был вкачать. Не думаю, что будет атендант. И фэбэшка миду убивает у нас. Даблкил для инвокера, для джуниора. Убивает краски у нас сначала. Инвокер Бэтрайдера, краски, агрессию на себя остановил, сам, конечно, погиб, но вот это, вернее, но при этом сделал даблкил. Уже после смерти там вышка дотыкала, но все-таки фраг это для инвокера. И весьма-весьма неплохо это все для инвокера, потому что там и ФБ тут единая голда, еще и фраг упал, хоть и спин получил за второй фраг, но все равно неплохо. Ну да, террорист там в карте тоже будет быковать, краски, уже Untouchable 2, Диме неприятно, в принципе, Оракл тоже особо неприятно. Ну и вроде бы неплохо начинается игра для уника в разы получше, чем в прошлой карте. Да, все-таки пик у них получается, ну... Ну, даже сказать, что метовый, но попроще, что ли, чем в прошлой карте. Там все-таки была ЦМ-ка под купол, и, в принципе, Феникс был под куполом. Хотя вот Феникс все-таки, несмотря на то, что он там не мобильный и не особо бронированный, ну, по крайней мере, есть у него эскейп, и, в принципе, есть у него... Санрей, который был очень жестким, как раз там и напаливал он плотно, и попутно еще и, ну, сказать, трипла в миду уже, на второй минуте так-то. Да, и напаливал он хорошо там, и хилил, и дамаживал, так что вот Феникс был норм, но вот всем как-то не зашла, там и смерти было под конец, по-моему, под 15, в общем. СМ-ка ошиблись. Ну и да, краски Аркинаура не работала. Да, не работала, но толку от нее было мало, потому что, ну, не было героев, которых нужно вот прям что-то там спамить. Не было там всяких Зевсов или что-то в этом роде. Даже там Фурион как-то тоже неплохо, как раз у него там фулл мана всегда, там всегда есть пеньки, всегда есть на все. Убивает он сначала там в харде уже там свои накраски, неплохо разменялся террорист. Ну как разменялся, в принципе, убил просто в соло, приходит бэтрайдер, пытается немножко прогнать у нас террориста. Террористу, в принципе, пока плевать, пока откидывается. Есть у него атендант, как раз первого левела, начинает по нему нажигать, ну и попробует его убить. Бочечки нету, так что нет, убить не получится. Несмотря на то, что там напал, он уже настакал 4 стака. Но МБС слишком много у Enchantress, при том, что у Ультраса нету ботинка. Ну, надо убить хотя бы курьера, вернее, хотя бы питомца. Не получилось, что меня немножко начинает
подзапутывать, вернее, сам себя запутываю. Говорю одно, думаю другое. Ну, сорян, сорян. Такое иногда случается. Да, в общем. Бара. Уже трава левела. Краски есть у него уже башики, которые должны работать. Краски пак себя подсейвил. Ну и, в принципе, шифт и спокойно уходит. Ну и имперчик пока что ничего сделать не может. Ну, кстати, вот... Наверное, перед брейкером стоило бы пойти поделать стаки. Вернее, не стаки, а пулы. Поделать пулы и, в принципе, тоже поделать стаки. Там, во-первых, можно будет их зафармить. При помощи Джекерос довольно-таки быстро и двум суппортам вывести левел. Ну, или хотя бы делать какие-то пулы и получить для себя экспу. Потому что, ну, спиритбрекеру нужен левел, желательно четвертый хотя бы. А уже вот прямо так идеально шестой, чтобы был Незерстрайк. И уже начинать просто бегать по карте. Как раз вот с получением шестого уже можно там нон-стоп передвигаться. Выход на Мусмуна, вроде бы неплохой Мусмуна с пятого левела. Ловит айспас, в принципе, топоры на первого левела особо не раздамажит, топоры полетели, но дэмэджа мало, хотя бы в этом перчик, имперчик-то верно, и как же неприятно. ЕСФАЙР, на спасибо, и даблкил для Мусмуна. Сагрессировали, и убить не получилось. Да, в общем, проблема в том, что левелы слишком уж маленькие. И, кстати, нету ликвидфайра. Почему-то решил качать дуал брэс. Ну, не знаю, ликвидфайр жесткий спелл. Так-то. Ну, посмотрим. Почему мы так? Выход на Димку. Каска летит еще и чарж, так что вижен будет запуджил при помощи сатира. Ну и Тинкер, который Дима в таверну, который играет на свой нем. Да, в общем, все так сложно получается. Ну и фазы в это время появляются у нас уже у спектры. Имперчик мчался, но, увы, агр перегрелся не на Оракла. Как же там залетело импетусом? Как же было больно Эксессу. Он пытается сейчас спрятаться. Пошел у нас сейчас же на Бэтрайдера. Ультра поцепили. Ультра, конечно, с Фаерфлаем, но далеко не улетит. Потому что импетусы уже летят. Дэмэджа хватает. И это фраг первый для спиритбрейкера. В принципе, неплохо. Потому что начинает экспу получать. Хоть и убили там... Вернее, хоть и убил он суппорта. До Свена он не домчался, но все равно неплохо. Все равно неплохо. Да, и, кстати, получается, дает ассист. Барри дал за убийство Свена. Ну, как раз сейчас поменяли такое, что если там вешаешь баф-дебаф, то делается ассист. А вот по идее он дает чарж, и там висит же рамка, что он мчится, и кстати, дал ассист, что ли? Хотя нет, там, а нет, на топе там файт был неудачный. В миду выход на пака был тоже не убили. А... За что ему дал ассист, получается? Ну, наверное, за это. Потому что вроде бы он больше ни в чем не участвовал. Ну, ладно. Не суть. В принципе, что по фарму? Как мы видим, все очень круто у Бисмастера. У него уже шестой, у него уже есть Staff of Feather-Dry, сверху 500 голды. И, в принципе, должна появляться довольно-таки быстро книжка. Не крачи, краски первые. Ну и, кстати, вот у него и даблкил там был, и топовый крипста, так что все отлично. Пак идет далее, 28 на 12, 27 на 0 у нас у Свена. Ну и дальше идут три игрока команды Анима Оник. Ну и казалось бы, вроде бы старт у них был получше. Там и инвокер даблкил там бахнул для себя. Ну да, против пока, кстати, тяжеловато. Все-таки орб, там внушительный спел на линии. Ну там снизу, по крайней мере, Enchantress убивает. У нее там уже 2-0-1. Спектра, конечно, там пыталась агрессировать. Не умирала, но при этом потеряла двух своих суппортов. Ну ладно, в принципе, более-менее. Ну да, что-то с мышкой случилось у нас у имперчика. Попросил секунду, но что-то проблемы. Нет, гом. Все-таки гом, мы, как мы видим, по левелам все-таки есть проседания. Небольшие, но есть проседания у Оников. Хотелось бы получше на суппортах, чтобы было. Я тут тоже, там, 3-4 только получили. Пойдет, там, в принципе, бара просела, а здесь у нас Бэтрайдер тоже не особо в топе. Ну и, в принципе, суппорт Бэтрайдер должен был бы делать стаки для себя, чтобы потом это выфармить напалмом. А он пытается как-то поромить на Бэтрайдере и не особо удачно, хоть и есть один ассист, но такое. Решили выйти в смок вылазку. В принципе, есть Дримкоил. Решили кого-то подцепить. Пока не ясно, решили выехать на топ. Но, как видим, у нас Enchantress занимает топ-1 по нетворсу. Дальше Бисмастер. И так вот получилось, что к седьмой минуте у нас два хардлейнера. Киллинспирит снизу. Очень далеко убивает у нас Enchantress своего оппонента. Краски ставим FPS на правил урор. Пошел у нас по Джорджу. Пытается краски менять, а не хардлейнера. Вернее, суп. Керри на керри. Да, немножко я запутался. Убивать еще и суппорт. Дримкоил был весьма неплохой. И выход все-таки получается
Отлично, от визеров можно воспользоваться еще этим для подпуша вышки. Почему бы, собственно, и нет. Ну, вот Enchantress, конечно, может разогнаться в этой игре очень плотной краски. Ну, такой весомый вклад внести в победу. Я видел Инчу с карды, которым скажет там с 20 и более фрагами. И, кстати, тоже на Старладере это было на квалификациях в Старсерию, по-моему. Да, это было именно там. Там Ханскин. Ханскин это совсем не то. Так, кто же хватал? Забыл я, кто катал, блин, как же так? Я же помню постоянно. И буквально недавно я матч. Он Венза сейчас катает. Точно, Венза катает. Ну ладно, в принципе, забыл его ник. В общем, хардлейнер Энза. Вот он на Enchantress очень жестко исполнял. Заряжает по имперчику. В принципе, подвязали, но убить вряд ли получится. Бар уже помчался. Ну и да. В принципе, до свидания. Машет он своим кадылом и убегает. Ну, а доминейтинг делает себя без мастера, убивает на топе на спектру. Как-то я немножко подрастерялся в этом матче. Пропускаю какое-то количество фрагов начальных, сорян. Больше не буду. Ну да, краски вышку спушили, сразу вышли вплоть до Т2. И, в принципе, спектра решила, что... Ну, понятно, не будет прям так далеко идти, что можно идти фармить к себе на зелы. Но нет, не тут-то было, все-таки стоило бы уйти. Ну, а террорист спушил вышку, краски делает телепорт в сторону мида. В принципе, есть уже барабаны, и Enchantress решила пойти... Повоевает, но сейчас палит ее на варде, так что могут либо поймать, либо просто задоджить. Ну и стоит центрю. Центрю, конечно, не особо удачно. Но зато ворует птичку. Птичку ворует, конечно, удачно. Ну и пак пытается уйти, в принципе, уходит. Просто закидывает орб. Ну и, в принципе, говорит тоже до свидания. Утро зацепили, колл-снэп очень больно, санстрайк. Если закинуть, то можно бы убить, но тяжеловат. Хотя там просто форжит и на атаке его убивает. Мусмун тоже влип, промал рорд по террористу. Бара помчался, санстрайк пошел, санстрайк вроде бы неплохой. Санстрайк точно залетает, это минус. Бестмастер со стриком, еще и фраг для спектры. Отлично. Как раз таки поражало хант. Да, неплохо, неплохо. Ну и там хаунт, в принципе, с пользой потрачен. Хоть и кулдаун большой, но зато фраг как раз сбивает для себя стрик. И отлично, отлично все для оников. Теперь они будут еще и подпушивать вышку миду. Если спушат, то будет все очень круто. Ультрас прилетел, ультрас 5 левела. Пак тоже здесь, пак готов рываться. Сейчас бы дримкоил в пятерых мог поставить, но увы, там же бы не хватило. XS пару тысячек закинув это дикт по террористу, но увы. Последний петус уже вылетел, полетел у нас ультрас. Пытается за кем-то выйти, кого-то подпалить. Нет, у него еще лацо, бара за ним. Ультрас, колл-снэп, ультрас в саверну. Там пока полетел у нас по имперчику. Имперчик пока танкует, вроде бы неплохо. Дримкоил от пака залетает под ним, тоже весьма неплохой бывает. Он там Джеки Роса ловит импедусы. Мадок пытается жить, Мадока, импедус еще один пошел. Еще пару тысячек должен неплохо, ну и террорист, наверное, его не догонит. Кстати, барабаны бы стоило прожать, наверное. Так бы... Ну, там увеличил себе все-таки скорость атаки и все дела, но нет. Решил этого не делать. Ну да, в принципе, плюс 25 атаки так бы помогло. И Санстрайк снова точно залетает по бестмастеру. Ну, как-то пожалел. Террорист, не стоит этого делать. Прожал бы барабаны, мне кажется, убил бы пака. Ну. Да, тяжело этого, в общем, просчитать. Ну, по идее, должно было хватить. Краски от этих 25 дополнительного атак спида. Ну и что, у нас 11 минута. Давайте посмотрим на графики. А по графикам у нас преимущество за анима. Почти 2000 голды. Ну и по XP почти 1000. Неплохо, неплохо. А пак почему-то решил не в блинк выходить, а в догон, что ли. Ну, в догон... Убивать Инчу, типа? Ну, не знаю. Будет ли это профитно? Ну да, конечно, страшно. Инча там топовый нетворс, но блинк на паке поважнее будет, чем догон. Ну и может быть это большой ошибкой от мидера Физеров. Да и вообще у них по пику такая, получается, странная ошибка. Да, странная ошибка. Ну ладно, в принципе, вот Бэтрайдер суппорт, и который там всякие дела просто фармил, и... Краски в первой карте ошибку в пике, мне кажется, допустили
именно анима, выход пошел на Джуниора, пытается лететь, просто пойти и поймать, ну и вроде было, и пытается убить, да, в принципе, Джуниор влип, его никто не отпустит, баром чисто, хаунд пошел, Джеки Росу тоже здесь, в принципе, где Энчантрас, Энчантрас у нас далековато, как раз таки, ну чисто к замесу, Дримкоил поставили, сбили, как раз таки, стрик у нас Инвокера убивает, еще и спик Тру, даблкил уже для Мусмуна, ну и как-то, вот так вот просто на халяву вышли, хотя террорист здесь, террорист ситуацию исправит. Айспас по Мусмуну. Мусмун влип. Мусмуна зажали. Ну и Мусмун, наверное, отправится в таверну. Хотя маны мало. Тогда импетус. Это тысячка. Как маны еще пошли. Как раз понимаю, Байман теперь не жалеет. Ну и Мусмун мансит. Мусмун мансит. Да ладно, как так-то? Джеки Росс решил уйти. Зачем ты ушел? Не мог помочь своему тиммейту. Просто поставил бы здесь на месте. И убили бы вы спокойно. Санстрайка. И Санстрайк как-то совсем не просчитал инвокер. Ну и замес получается в пользу для физеров. Ну и да, как-то вообще странно все получилось, если честно. Зачем же Кирос ушел? Чего он испугался? Решил пойти ману восстановить? Или не поверил, что Энчантрас убьет Бисмастера? Но стоило просто поставить на месте. Он просто замотил вокруг елки и ушел. Да. В общем, как-то так. Ну не знаю, чего испугался. В принципе, там не краш был только первого левела. И, понятное дело, он бы никак же Кирос не убил. И это загон на паке. И вторые некра есть уже у Бистмастера. Ну, догон на паке в ущерб блинку. Это странно. Но решили, по всей видимости, контрить Энчантрас при помощи догона, потому что бёрст... Хотя бёрст так-то есть. Там и топоры закинуть, и пак, в принципе. Shift, вернее, рифт. Плюс орб. И, в принципе, еще и фэлс. Вернее, Flames. Purifying Flames можно закинуть. И медасик появляется у нас у Spirit Beer. У Spirit Beer, что ж такое? Меня совсем понесло. Это от жары. Закрыл окно. За собаки, метер стало жарко. Я теперь несу немножко неправильные вещи. Сорян. Да, в общем, бар помчался на топ за Мусмуном. Хотят ему отомстить за то, что он замансил. Ну и, по всей видимости, месть удастся. Да, и Мусмун, правильно робота закинуть, пошел туда еще Сантрайка, спас, ну и некрасиво вызвал. Ну, кстати, неплохой Дримкоил Сантрайка закинулся догоном, но, увы, не хватает урона, пошла туда еще и Макропир, Мадока, Импетус, даблкил, нет, не даблкил, просто второй фраг. Энчантрас Бис при этом убивает у нас бар при помощи некрачей, пошел у нас Ласло, но попадает спас, так что неприятно, увозит у нас, но недалеко, здесь просто напаливают и одни другие, и еще и одного лопает героя, у нас Энчантрас убивает она Оракла, ну и, в принципе, замес выигран. Весьма неплохо. Онеками получают они 1300 голды, почти 3000 экспы. Ну и отлично, отлично. Энчантрас начинает дальше разгоняться, но, увы, конечно, при этом она погибла. Оракл все-таки с нее сбивает стрик. Неплохо, неплохо. Ну да, кстати, спектра очень много урона не писала. Ну да, все-таки это спектра, которая нажала хаунд. Но в любом случае, 1900 урона это порядком, это как пак с догоном внес. Ну и Свен выходит у нас топ-1 по нетворсу, уже 7000, даже 7100. Ну и что по итему, в принципе, Свен Сэндж, наверное, купит себе все-таки Сиву. Два медасика есть уже у Онока, так что в лейте они себя так обезопасили и должны тащить, по идее, если игра зайдет. В Юльчик хочет выйти Джеки Росс, две пары барабанов, ну и, в принципе, все, наверное, спектра большой суммы не обладает. Ну и пак Дримкоил под Джоджо, вроде бы неплохо, пошел туда еще врываться у нас бар, разорвать быстро при помощи догона, ну и еще и Фэлс Промис по Ультрасу, Ультрас будет жить, Ультраса подхиливает, Айспас залетает, и там в спин заходит террорист, террорист готов всех здесь поубивать, Дримкоил, ай, нет, налог пытался уйти, но не уходит, и делать телепорт просто у нас так спокойно пак. Хорошо развел, утро сделал даблкил, неплохо для суппорта так-то Бэтрайдера, даблкил, но сам все-таки должен здесь подстрять. Ну и да, и петусы пошли, но это точно будет минус. Ну это, по-моему, третий фраг должен был быть для НЧ, по идее. Но нет, это не трипл, это просто два фрага дало. Неплохо в любом случае. Хотя, конечно, смерть спектры, это неприятно. Но зато есть Энчантрас, которая очень опасная, у нее 7600. Ну и да, кстати, все-таки смесь спектры, я так заметил, что она находится вот далековато по нетворсам, 4600, в то время как у Суна 7600, это 3000 отставания. Да, это перебор, перебор. Но зато инвокер
очень плотно опережает Пака, который купился догон. И, понятное дело, к лейту догон становится все хуже и хуже. Ну, вернее, не к лейту, а с каждой минутой становится хуже и хуже. Ну, ладно, сейчас 16-я, и Burst Damage сейчас важен, но вот минутик там к 40-й, 35-й плюс, ну, 35 плюс, наверное, даже так бы точнее, он будет неактив. Ну и да, кстати, вот, есть Инчам и есть Бистмастер. Бистмастер вызывает Некрачей, и Красный Некр бегает в итоге за команду Анима Оник. И это контра, очень жесткая контра. Как раз таки вот не стоит или отдавать Инчу, когда ты хочешь взять Бистмастера, или наоборот, банить Инчу, когда ты берешь Бистмастера. Ну, в общем, не сделали у нас этого физиэры. Ну, в итоге могут они поплатиться этим. Будут воевать против Красного Некрача, а против него воевать не хочется. Он жесткий. Там и пассивочка хорошая. И манус жесткий, еще и взрывается. Выход пошел у нас по Мусму. В принципе, имперчик у нас пока ультимейт в кулдоне, так что решил не врываться. Ну что, будут фармить пока. Некрач у нас там занимается такими делами. Девардингом. Конечно, жаль, что это не третьего левела, так бы точно вар сломал. Но, увы, смотри, успели задевардить. Ну и подфармили. Да, конечно, лопнул он. Но дэмэджа маловато. Травула. Такие фастовые травула на инвокере. Решил, что ли, сплитпушить или просто давайте мобильности. Ну, ладно, пускай. На, конечно, травула не дают никаких слотов, но зато мобильность вот такая вот хорошая. Влетает он на топ. Да, пошел там клоснеп. Утерса не отпускает. Понятное дело, это минус. Ну и, в принципе, весьма неплохо реализовали бару в этом моменте. Но в это время ловит спектру на нижней линии и сдувает ее очень и очень быстро. Ну и спектра недовольная. Джуджу у нас пинговал по карте. Пацаны, что за дела? Почему меня убивают? Здесь у них стоят варды, но там птичка была, по всей видимости. Ну и размен вышки. Т1 потеряли, в принципе, пытаюсь подпушить Т2 у нас. Оники, ну, в принципе, да, под Джеки Росом, хоть у него и Liquid Fire всего первого левела, хотя казалось бы, Джеки Рос и Liquid Fire, по идее, всегда максит в приоритет Dual Breath, но здесь иначе поступил. В принципе, не скажу, что это неправильно, просто нестандартно. Ну и Свен, кстати, в этом приходит, так что, возможно, решили пофайтиться, правда, нету Dream Coil, ну да ладно, там кулдаун не такой уж и большой, и третий Некра уже есть у Бистмастера. Да, в принципе, спокойно отступили. Ну и очень близок у нас Свен к 10 тысячам по нетворсам. Краски будет он первый на карте. Ну и да, буквально там через пару секунд он себе это оформит, потому что фармит он очень быстро. Ну и Блиндагер уже готов, решил добавить себе мобильности. Да, правда, вот потратил на телепорт, так что чуть-чуть отстрочил себе покупку. Ну да ладно, неплохо. Все равно у него все. Даже отлично у него все. Это неплохо, я сказал, это, знаете. Это для там, Пака неплохо, там 6000. Или там для Мусмула неплохо. У него все отлично. Да, в общем, выход на Рошана, хоть и без Энчантрес даже с ним справляются. Ну и Аегис достанется инвокеру, я думаю. Ну ладно. Ну а в это время, в принципе, физеры не сплитпушат, фармят, конечно, но, в общем, время не особо рентабельно потратили, пока не было на карте. Ну и выход пошел, в принципе, видит у нас инвокер, на него нападение пошло, спектра сразу залетает, под ГДС пытается навалять Дима Тинкер, никого здесь не побежать, ловит айспас и отправляется в таверну. Вот так вот, неплохо. Ну и целую минуту его, кстати, не будет. Что ж мне так нос зачесался? Так, сорян. Не знаю, к чему это. Да, в общем, отличный выход. Юл в это время появляется у нас у Джеки Роса. В принципе, можно воспользоваться отсутствием свина и подпушить Т2 по нижней линии. Блиндагер. Вот уже готов у Пака. Ну, я не знаю, смысл этого догона был. Ну, в принципе, парочку фрагов это принесло, но, блин, был бы все-таки пополезнее. Все-таки это Пак. Ему нужен, блин. И чем быстрее, тем лучше. Ну, ладно. Пока норм. Главное, чтобы догон, наверное, не начал грейдить. Потому что может это все-таки зайти
Уф, такой большой минус. Мы пытаемся пушить до конца, в принципе, все еще есть Аегис, вышка упала. Блинк есть у Бэтрайдера. Кстати, вот довольно-таки неплохой тайминг получается. Все-таки 20-я минута, Спектра динает вышку у нас. В миду, краски Т2, ну и нужно отступить, потому что если поймают, то будет неприятно. Там уже вылетел у нас Бэтрайдер, конечно, есть у него блинк, но доставать он не должен. Пак тоже через блинк пытался рваться, айспасик, неплохо, там пак сам решил у него уступить. Ну и телепорты, кастую, телепорты, ушли. Ушли, террорист последний остался, террористов тоже нужно бежать, нужно прожимать барабаны, быстрее мчаться. Айспас еще один, рвается на ремкоил, и в принципе нужно как-то бы убежать. Ну и, кстати, просто рвут дримкоила и уходят. Да, решили, ну, там, не выжидать, в чем будем бегать вокруг этого дримкоила, потому что они все бежали на блинках, а догнать тяжеловато, тяжеловато. Ну и, кстати, у нас такой почти блинк-тим в исполнении физиеров. У них 4 блинка имеется, и, казалось бы, 4 блинка, крутая мобильность, можно там всех было цеплять. Но нет, не тут-то было, все-таки там и барабаны, и МС хороший. Не получилось никого догнать, хоть и дримкоил, да, их поставили. Ну и линза появляется у Оракла. Да, и в принципе у нас инвокер выходит на первую позицию. Все-таки Медас дает о себе знать. И уже почти есть аганим. Да, в принципе, травула весьма неплохо зашли. Аганим после них появился очень быстро. Как пенсионер они там фраг, и мобильности добавил, и побыстрее бегал. В общем, отличный выбор. Да, что это, смок вылазка? Ну, по идее, должна быть смок вылазка, потому что блинков куча, ультимейты не в КД, и хотелось бы сейчас кого-то поймать и разорвать, но стоят команда у нас пока что. Онеки пошел в лед, врываются на Жикероса, инвокер пошел удар, надо, вроде бы неплохо пошел, там еще и Purify Flames, это дримкоил, очень жесткий дримкоил, очень много дэмэджа, как же здесь разорвали, Primal Roar сверху, дримкоил все порвали, и это уже минус 3-2, это Aegis. Да, сейчас будет краски вот уже третий игрок в таверне, хотя Джигеро стоит между огня, не хочет никуда уходить, потому что сейчас просто сгорит даблкил уже для Мадоки, бывает он инвокера уже после Эгиса, импетус залетает пока что от Энчантра, сначала воюет одна против всех, но, увы, победить не получится, у нее Солянова все-таки блинки дают о себе знать, и ультимейты хорошие, прокат жесткий, в общем, дэмэджи писали порядочно, 4000 урона вписал у нас Свен, это как так? Наверное, там по иллюзиям зачитал, да, в любом случае, по иллюзиям зачитал. Ну, в общем, жестко. Ну, вот пак. Пак, вот этот урон списал, ну, буквально. Даже не этот урон, где-то 1600 дэмэджа он писал буквально там за несколько секунд, а уже потом догонал, шваркнул. Еще разок, там еще один рифт был. Ну, в общем, очень много дэмэджа вписал он за доли секунды. И догон решил все-таки себе максить. Ну, вот не знаю насчет макса догона. Да, пока это полезно. Но если ненароком затянуть флейт, то тогда догон будет бесполезным. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, пока что все становится снова равно. Как и в прошлой игре, у нас графики особо не растут. Хотя преимущество, ну, такое порядочно поднялось. Там 4000, вроде бы неплохо. В прошлой игре у нас там больше 3 не поднималось. И казалось бы, начинает немножко выигрывать. Подцепили на Семперчик, пытается вести ультра. Конечно, не довезет он до лоу-граунда. Ну и бару пробьют ли. Айспас пошел, еще и дримкоил. Пытаются разомажить террориста. Краски решили зафокусить. Краски летает по ему догон. Кастует телепорт, кастует телепорт, кастует телепорт. И не уходит, бывает еще и бару. Неприятно. Неприятно. Все-таки догон помогает. Бюрста по инчантерс не хватало. Вот теперь, как мы видим, там она потихоньку убивается. Конечно, не щелкается еще, но все равно убили, это уже круто, все-таки она здесь крайне опасная. Ну и решили даже пойти подпушить, все-таки там ни крача не своровала, и можно, в принципе, пойти, почему бы нет, тачанка есть. Ну и да, можно чуть-чуть подпушить вышечку по миду. Ну и даже не чуть-чуть, а целиком. И байбек так-то нету. Ну и форж пошел у нас под локти наваливать. По свену. Ну, свену только неприятно, но такое. Кстати, плейтмейл есть у Джекироса. Весьма интересно. Наверное, Lotus Orb хочешь купить. Потому что других вариантов я не вижу. Ну, Шиву это слишком дорого. И слишком долго. Ну и Керасу тоже было бы дороговато. Ну а Спектра решила на верочку так вот спрятаться и делать телепорт уже к себе
на базу. Ну что, Рошан, в принципе, еще там несколько минут до него осталось. Так что пока стоит фармить. СВН снова выходит на первую позицию. Пак фармит при помощи догона. Ну почему бы и нет, собственно. Кстати, если Magic Rune, с этим Magic Rune можно было бы подраться весьма неплохо. И, возможно, это и исполнил. Потому что кулдауны там, ну, не особо большие. И драться можно часто. Там краски там 75 секунд. 75 секунд. И там тоже в районе минуты. Да, тоже 75 секунд на втором левеле. Так что можно драться сколько влезет. Но в это время цепляют краски неплохо. Снова резон чарт на застрайки и Мусумун в таверну. Отомстили. Отомстили за агрессию, за эти блинки. Чуть-чуть, конечно, отомстили, но все же. Ну и блин готов у инвокера. Да, инвокер стал уже такой опасной машиной боевой. И, в принципе, стоит бы его контролировать. И есть только один сайленс. Ну и, в принципе, да, там есть, конечно, контроль, но... Но, может быть, это тяжеловато. Инвокер у нас такой мобильный, очень быстрый. И прямо так вот подловить. Нужно как-то из смоков прыгать. Ну, хотя там скайграундов без вижена. А самим при этом вижен иметь. Ну и что, пытается подпушить. В принципе, пушит, конечно, не в пятером, и это опасно. Террористы подцепили, взлетает адагон, успел подобить хил. Как же там много летает бюрста дэмэджа и под БКБ. Понятное дело, Свен справляется на ура. Поспелил еще Джуниора, Джуниор в лассо, ну и Джуниор тоже в таверну. Да, вот именно вот так вот я имел в виду про цепляние инвокером. Просто был вижен, ворвался, подцепил и увез. Да, были бы позиции оныки, понятное дело, бы было бы все получше. Ну, я не знаю, зачем пошли пушить. Все-таки там все были и... живые, сами пошли там втроем против четырех блинков. Это было странно. Ну, МПчика загоняют на базу. Айспас по утрусу. Мимо. Ну, дуал брес такое, в принципе, не убить. Пытаются подпушить и попутно развести на байбек, которого, кстати, нету. И это может закончиться потерей миличного барака, а то и рейнджового. Почему бы нет, есть некрачи. Да, расставили варды, ну и пошли пушить просто сразу же миличный барак. На ГДС, конечно, нету, есть зато варкрай. Так что ара может дополнительная, спас откидывается, но вы не по свину. Конечно, сидит пока. Кто вернется инвокер, драться будет тяжело. Залетает макропира, спушили краски уже милишные. Заходит сюда еще и террорист, начинает наваливать, вроде бы неплохо, но лопается, лопается. У нас бар, сразу же байбек, промал урон, пошел по террористу, ну и спокойно отходит. Ультимейт спектры пытается кого-то поймать, ловит, похоже там пака, пак. Поднялся Минаюл, должен все-таки он погибать, инвокер пытался кого-то сбить, не получилось. Убьет ли еще хоть кого-то, не получается. Пак убивает, сбивает один стрик, но все равно это слишком уж дешево на потерю стороны и байбека от бара. Хотя вот Диму подцепили. Так что можно, в принципе, попробовать, если инвокер доберется. Незерстрайк пошел, краски держит довольно-таки долго, взлетает. Там еще фаржи, пытается раздамажить Диму, краски полкол с непом, очень больно. Баш проходит, айспазик, дефенс бласт, неплохо, неплохо. Вот теперь вот пойдет размен, хотя все равно потеря стороны, это всегда неприятно. Ну и Рошан, даже, конечно, не по таймингу. Еще целая минута 20, а Свена не будет минуту. Если бы сейчас убили вот так вот Свена и Рошан стал, можно было убить Рошана, то да, вообще бы можно было сказать, что момент в плюс пошел для оныков. Ну а так получается, ну более-менее, но все равно в плюс для физеров. Бисмастера где-то убил. А, на топ просто ЛТП и убил. Да, все-таки я поглядываю в другие мониторы, все-таки они сбивают. Хотя казалось бы, но это удобно, когда у тебя много мониторов, и можно чекать инфу в чатиках, и ой, пак убивает, там еще и Enchantress. Вот, именно про это я и говорил. Вроде бы это удобно, но от игры отвлекает. Ну, сори. Сори. Немножко я во время стримов таких матчей Астралада, редких, вот на этих маленьких, там где как бы аудитория небольшая, и они делаются больше для водов, я не так сильно, что ли, готовлюсь морально. Или к матчу вообще готовлюсь. Ну, вот именно когда комментирование идет матчи повыше, что ли, каких-то там вот на, именно на аудиторию, которые нужны именно для освещения, а не то, чтобы просто вот сделать. И все. Я там работаю получше. Ну да. Даже не знаю, хорошо там или плохо. Да, спектра там уже 4600 себе накопила. Да, решила играть на без радика. Или все-таки Джорджа купит себе радик. В принципе, радик даже на 30 минуте на спектре будет весьма полезен. Все-таки там 4 блинка, и сбивать эти блинки постоянно при помощи радиков будет круто. Но
Пока нет, пока не грейдит. Даже не покупает. Ну, зато пак. Дагон грейдит. Смог вылазка на смог вылазку. Выходит на Жакирос. Первый Жакироса Дримкоил. По двоим поставил. Вроде бы неплохо, но можно было бы и лучше. Рвет Дримкоил. У нас террористы и террориста. Вернут без байбека. И спас Макропира. Пытается раздамажить, но дэмэджа в принципе маловато. Инвокер пытается подраться. Ловит станчики. Инвокер Джуниор пытается уйти. Неплохо тоже при помощи Гост Волка. Вроде бы ушел. Бар врывается у нас на... Бэтрайд разбил, но сам, наверное, тоже отлетит таверну. Джорджо видно, Джорджо видно, Джорджо видно. Джорджо делает телепорт, и имперчик пытается уйти, но нет. Имперчика не отпускает, но в итоге трипл килл для Димасика. Ну и при этом теряет только суппорт Бэтрайдера. Понятное дело, момент не в плюс для Оников. Ну и Рошан. Да, вот теперь все по таймингу. Правда, не для Оников, а для Физеров. Вот Рошанчик падает довольно-таки быстро. Графики вообще в нулях. Да, конечно, это норма. Когда графики на 32 минуте в нулях. Ну, все-таки преимущество сейчас будет у Физеров. Хоть и по счету они на один фраг отстают. А, в принципе, не получится никак здесь ворваться, сорвать, подраться. Да, все-таки там и Вижен есть. И в таверне бара решили на Рошана не идти. Ну да, неприятненько. Ну, хорошо, хоть Рошан это был второй, не третий. Курьер пролетел мимо, там его с плышом подзадело немножко, но хорошо, хоть не сбили. Ну и дабл дэмэдж еще есть для Димаса. Можно воспользоваться, в принципе, только для фарма. Потому что там далековато враги. Ну и, в принципе, линия пропущенная. Так что до вышки тоже не добраться с этим ДД. Но все равно неплохо. Ну, кстати, Муншард уже Свен съел, как-то нас любит. Дима Тинкер. Муншарды кушать. До того, как соберет себе вот именно кишеслотовые и жесткие айтемы. Ну, в принципе, да. Дополнительные МС, ну, конечно, МС в разы больше, если ты его не ешь. Плюс еще есть Vision ночью, ну, вот, как фрислот, почему бы и нет. Ну, хотя не знаю, в принципе, Дайдалус был бы полезнее, все-таки там 4000 муншар стоит, а Дайдалус, в принципе, там 5200, вернее, 5500, 5520. Немножко меня сбил. Да, в общем. Дайдалус, мне кажется, был бы покруче. Ну, прям так МС ему жестко нужен. Да, вернее, не МС, а так спид. Врыв пошел, неплохо, ловит. Краски Жакироса, Жакироса увозит, спидра ультимейт, ГДС пошел. Врыв, догон залетает, но, в принципе, догон потратили на Жакироса, это уже неплохо, так что можно будет как-то быкануть, байбек. Залетает Жакира, спидра ультимейт уже потратила, ну и все, все. Это не будет, да ладно. Ну, стоит все-таки драться, и желательно вне базы, потому что там будет сейчас врыв, пошел. На линку врывается на Джуниора, ай-яй-яй, пытается промеров, никуда, террориста пытается пробить, айспас пошел, залетает туда еще и станчик. Вроде бы неплохо, дефенс блаз залетает, катят, вроде бы неплохо, Барра промчался через Диму, Дима как раз убил БКБ, его пытается покатить, но Дима пока нарезает, лопает, пока что у нас Оракла, Дима, БКБ закончилось, ну и все, привет, Димас. Димас, пока. Первый раз убили, в принципе, второй раз тоже должны убивать, хоть и все битые, но раскатить это, конечно, получится. Врываются, да, Блинкао, Блинкао, конечно, недалеко. Бара, увы, не буцает на Санстрайк, но в любом случае это минус трипл килл для Джуниора. Отлично, отлично сыграно Оноками, ну и как-то не прочекал. Ни я не прочекал, ни Бестмастер, что, наверное, даже будет основней не прочекал то, что появился линка у инвокера. Ну и да, замес весьма неплохой. Убивает троих, убивает Аегис, как раз таки зарабатывает для себя неплохую порцию голды, неплохую порцию экспы. Ну, пришла на экспа такое. Там уже левела все нужные имеют. Ну, по голде, в принципе, неплохо. Ну и можно теперь немножко остудить пыл оппонентов. Ну и что, 35 минута, нам графики особо не поменяются, они там начали расти в пользу Физеров, ну сейчас вот такой вот мини-камбэк, ну как бы, не знаю как это назвать, как мини-камбэк это когда там большое отставание, там чуть-чуть отыгрывают, ну наверное так тоже можно назвать. В общем, в нулях все, телепорт залетает, сбили там быстренько крипа, чтобы не подсейвили никак здесь перед брейкером, его краски лопают, потому что догон у пака уже 4 левела, так что дэмэджа завались, ну хотя... При этом... А, тю, блин. Я думаю, что не так. Хотя, подождите, что не так? Свен убивает Спиритбира. Как это? Как это получилось? Крипом убил прирученным, что ли? Да ладно. Он убил утролем этим? Ха, лол.
Ну это странно. То есть летает догон четвертый, а ты убиваешь троллем, у которого 25 дэмэджа. Потому что сидит таверня уже все-таки там почти минуту и погибает как раз таки Бара. От его. Да, нормально так, нормально. Рофл, конечно, еще тот. Юл уже готов быть райдером. Неплохо так, как для суппорта, который вначале был как-то не очень, а теперь Юл, Форстав, в принципе, блин, поспели нас Мусмун, поспели еще и Пак, а Пак летает на Юле, залетает там сам по троим, залетает там дэмэджа, как же начинаю здесь ломать кабинеты, в таверне у нас уже Джакира, Джакира, кстати, без байбека, Имперч пытается пока подраться, но, увы, не побеждает, лопает, зато под фейл с промайсом, ну и все-таки файт получается плюс для Оныка, хоть и потеряли они двух суппортов и керри, но зато убили четверых, пытаясь убить еще Ультраса, Ультрас пытался доехать, не доехал, есть у него гем, конечно, хочет он выжить, хочет он замансить, пока мансит, Джуниор за ним, Джуниор найдет ли, Джуниор, ты же видел его, Джуниор, куда ты пингуешь, ты же его видел, ну там не хватило буквально одного шага, ну что ж ты делаешь, ну, ай, ай, как так-то, Бэтрайдер блинкуется, ну да, теперь понимаю, где находится, ну, торнадо, да, торнадо пошло, наконец-таки увидели, ну и будет в итоге у нас Team Vibe. На форстафе уехал, но как-то нет. Как-то не по шансам. Минус 5. Отлично. Отлично. Увы, только полный фейткап не показала, потому что Бэтрайдер мансил слишком долго, ну или, в принципе, как-то мазали у нас Оныки. Ну и да, кстати, у нас потеряли Оныки рейнджевый барак по миду. Ну ладно, не страшно. В принципе, не сказать, что какой-то там давал бы им хороший буст. Этот барак стоял бы, он не стоял, в принципе, вообще плевать. Медично упал и за линию уже такое. Сейчас этот барак не стоит. Манта стайл. Готово. У спектры. Ну и да, радик есть. Это круто. Я этого начинаю пропускать немножко. Давайте посмотрим, чтобы понять всю картину. Потому что я чуть-чуть попропускал. Пак догон пятый. И еще не докупил, хотя уже может это сделать. Решил повременить почему-то. Ну, купил четвертый, покупаю пятый. Как бы уже как бы на эту 1250 голды и плевать. Ну, в принципе, там выходит в Дайдалус у нас Венчик, Оракл. Решил купить себе Глиммер Кейп. Там его мы видели, да, в принципе, это мы все видели. Снова выход на Мусмуна. Спектра сюда, Бара сюда. Ну и бедняжка. Бистмастер, наверное, отправляется девятый раз. Как-то слишком часто он погибает по одному и тому же алгоритму. Да, все-таки давайте досмотрим. Давайте досмотрим, что там такое еще есть. БКБ. Есть у имперчика. БКБ свеженькая. В принципе, 9-секундная. Раз там раз прожимал при этом файте. Ну, там особо как-то он не помогло, но сейчас может зарешать. Да, в принципе, Джуниор. 7600. Очень большая сумма на руках. Хекс, в принципе, да. Хекс был бы неплох. Весьма и весьма. И рефрешер. Ну, Хекс все-таки был бы круче. Нет, все-таки рефрешер. Все-таки рефрешер. Ну, тоже, тоже крутой выбор. Ну, им даст продает. Все-таки уже окупился. Хоть еще и не 25-й. Ну, и, в принципе, Джеки Рос со своего плейтмейла еще ничего не прогредил. Ну, и Аганим. Аганим мы тоже уже видели на Enchantress. Ну что, давайте посмотрим, что у нас происходит по карте. Vision, в принципе, такой в виду сосредоточенный. Рошанчик пока еще на отдыхе. Ну и фармят. Пока фармят. Уже 330 крипа убито у Свена. Неплохо. Ну и пошел фармить свои стаки. Да, троллем, который ему даже там фраг принес таверне. Хотя казалось бы, убить троллем еще и мелким. Да, конечно, это... Это, конечно, подфартило знатненько. Ну, кстати, там гем выбили, а гем у кого? Гем у Джакира, так что можно было бы еще и варды поснимать, хоть он всего и один, но все равно. Он тоже мешать. Будет. Ну, да. Текущее золото у инвокера, не знаю, то, что купил рефрешер, бабла. Завались. Даже
завались. И больше выход пошел, вроде бы сейчас могут подцепить двоих. Джуниор, конечно, не видит, потому что птички у него, увы, нет. Летел Бэтрайдер, взлетает, ай-яй-яй, сейчас могут тут влипнуть, врывают краски на Джеки Росса. Дефенс Бласт как-то вообще в никуда, спектра ультимейт, когда пошел, пытается развить у нас Джеки Росса. Джеки Росс, ветра пошли, неплохие, очень ветра, очень и очень неплохие. Дефенс Бласт еще не залетает, инвокер максимум, Дефенса вписывает краски. Неплохо пока что отыгрывает себя на роли пианиста, но новый БКВ пробил у нас Дима Тинкер, и Дима Тинкер делает очень быстро минус 2, да, инвокер. Много МС бегал, раскастывался, но такой Дима Тинкер подрубает и разваливает. Но зато БКВ закончилось, так что можно его теперь покатить и подубить. Но, увы, неким, потому что Джорджо и Барам с этим не справятся. Ну и Спира пытается отступить, пытается, в принципе, уйти. Мантаса сейчас прожмет, и можно бежать, да, стан залетает не туда, но и... Юльчик, если бы драйдером залетает догон, ну и Джорджо таверну. Это ультракилл для Димы, ну и, в общем... У нас это Team Vibe. Очень битая, но, увы, почти не считается. Ну и все-таки. Хикс был бы, мне кажется, лучшим. Да, конечно, рефреш, красиво все было, раскастовывался, все дела, но БКБ подрубил и развалил. А если бы убили бы Свонаду БКБ в Хиксе, то для вас бы было бы все в этом файте великолепно. Ну и да, Свен, Санстрайк, не туда, увы. Увы, не попал. Ну и Дедалус, пусть нам уже очень опасный, уже очень больно. Хотя и так было больно в прошлом замесе, мы это видели. Ну и проблемы у Оника, напоминаю, это второй матч в формате Best of 2. Ну и проигрывать не хочется, потому что за проигрыш поинтов не дают. Ну а если ты не получаешь поинтов, то можешь оказаться... На пятом-шестом месте, а пятое-шестое место вылетает в дивизион ниже. И то есть у тебя уже не будет права на ошибку, если ты попадешь ниже, чем топ-4. Дима врывается на Рошана, в принципе, у него хп так-то маловато. Ай, как же там лопнуло инвокера, бедолаг, у него нету байбека, краски байбека в файте прошлом. Пытается разбить у нас Диму, Диму вроде бы ломает, тут дэмэдж постоянно порядочно должен лопаться после фейс ломается. Лопает быстро, там панчатерс лопает, краски у нас бедняжка Свен делает телепорт. Ну, кстати, зачем делать телепорт, можно было бы подраться, но нет, все-таки. Решил на Верочку уйти, ну и сбивает Джеки Росс у нас стрик для себя. Рошан не упал, Рошан очень битый, но все-таки живой. Байбек залетает от Свена, решил, что хватит терпеть, залетает на травлах, сейчас придет, убьет Рошана, ну и, в принципе, пойдет закончить игру, потому что байбеков нету. У инвокера они это знают, у спектры, в принципе, тоже байбека нет, потому что байбек класса она совсем недавно. Ну и да, даже, в принципе, без Рошана решили пойти и закончить. 42 на 42, конечно, игра была вся очень равная, но вот... Такая вот небольшая ошибка. И все, как и в прошлой катке. Может сейчас все закончится на одной ошибке при очень равной игре. Да, и все-таки этот догон на паке окупился. Все-таки Бёрст против Enchantress зарешал. Хоть он его и не наградил до 5 левела, но 4 левел тоже дэмэджа полно. Сбивать курьера. Курьер сбивает краски Дайровского. И что там было? Там был Муншар для террориста. Ну, Инчанта, конечно, могла там с Муншаром потом напинать. Но, кстати, игру не заканчивает в любом случае. Так что еще все возможно для Оников. Ну и да, с Муншардом Инча будет очень сильно тращить кабинеты. Да, падает Рошан, конечно, когда его там добивают. Я проверил, что трансляция случилась, но вроде бы все норм. Хотя пишет, что офлайн, это очень странно. И спас неплохой, но, увы, помощи нету. Подцепили, пытаются убить террориста. Сейчас убьют, будет неприятно, и без террориста драться тут нереально. Нет у него байбека, хотя целые тысячи. Хекс появляется у пака, ну и, в принципе, как-то все плохо складывается. Нету байбека, лопает. Похоже, у нас там еще и Джорджо, хотя Джорджо уходит. Фолспромайт повесили, инвокер. Инвокер расстовывается, пытается краситься со своим рефрешером что-то сделать, но, увы, в таверну отправился. Байбек от Джакира, но имперчи тоже в таверну. Лопают догон. Ну и все. Мливает он же террорист, понимает, что все потеряно. Ну и пора писать ГГ. Да, увы, увы. Игра была очень равная до какого-то момента. Там буквально за 5 минут там перевернуло все до такой степени, что камбэк нереально. Ну и да, краски нафармили себе критическую массу. И просто пошли и выиграли. Были там допущены ошибки в файтах, и рефрешер все-таки
была ошибка. Все-таки лучше был бы Хекс, если бы убили там в том замесе Димы Тинкера, то файт был бы выигран полностью для Оников, и именно вот это преимущество заработали бы они для себя. Так что не повезло. В принципе, там все-таки криты вылетели. У Свена там он быстро лопнул после этого фокуса, после торнадо. Ну, в принципе, что ж поделаешь. И такое бывает. В итоге 2-0 выигрывают у нас физеры Оников. И вырываются они вперед, так как у нас были равные положения у этих команд. Ну и Оникам теперь стоит идти дальше. Не то что без поражений, даже без ничьих. Ну ладно, в принципе, завтра будут следующие матчи. Завтра, надеюсь, у них будет все лучше. Хотя сегодня было все круто, но как-то там под конец игры не складывалось. В общем, на этом все. Это была Сэмми-серия, это была группа B, это был третий игровой день. С вами был Тексас. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылочки в описании. Также я сброшу их в чатик. Всем пока.